Ребят, Гудаури, Грузия, Анатолий, Роксана. Наш первый полет. Волнуюсь, пипец. Там вон группа смотрит еще, столько зрителей. Не знаем, что делать. В общем, кто не летит, ребятки, все отходим в стороночку. За линией, за той будьте, хорошо? Хорошо, хорошо. Напоследок сфотографируйте, может, последнее. Хорошо. Мы первый раз. Отлично. Роксана, держи в правую ручку. Раз. Вот так. Да. И вот так вот. Ага. Все. Скажу тебе идти, идем. Скажу тебе бежать, бежим. Все вот. А это нормально, да, что они висят? Да, не падай. Если дернет назад, не падай. Наклонись вперед. Встань удобнее. Правую коленку шире. Ну, пошире сделай колено, да. Это важно. Я буду сидеть, получается, или как? Ты, типа да. Бежать? Сначала да, ты будешь идти и бежать, запомни. Сначала раньше времени остановиться. Сначала идти или бежать? Сначала идти, потом бежать. Если скажешь, бежать сразу, бежать сразу. Слушай меня. Я по-русски разговариваю. Хорошо. Я могу по-русски. Не надо. Тогда я точно упаду. Или сяду. Даниил! Water in your car? Huh? Do you have water in your car? I think yes, should be. Because it's like this. I don't think so. I'm sure if I'm coming I did it. I'm doing this. Very easy. Okay, Daniel, that doesn't matter. Just help me with the takeoff right now because she's still. Он сделает там вообще пройдет с тобой вместе. А, окей. Но не садись. Пойдем. Побежали сейчас, дорогая.